Всем привет! Меня зовут Алексей. Сегодня расскажу вам о скоростных боксерских стойках от бренда ProTrain. Они предназначены для отработки ударов руками. Эти тренажеры помогают развить координацию, синхронность и скорость ударов. Тренируют чувство ритма, реакцию, служат отличной кардиотренировкой. Если классические мешки служат для тренировки силы удара, то здесь задача бить часто и много. При этом желательно двигаться вокруг снаряда и улавливать его движение. Именно поэтому груша, закрепленная на стойке, легкая. Чаще всего из мягкой полиуретановой пены, как этот вариант. Это обеспечивает быстрое возвратное движение. Материал износоустойчивый, не деформируется от ударов. Высота тренажера регулируется. Это позволяет бойцу удерживать правильное положение рук. Подобрать удобное положение сможет спортсмен любого роста. Есть тренажеры каплевидной формы, как модель TLS-K. Прямые TLS-G01. Есть дополнительные опции в виде вертушки. Это модель TLS-K02. Все груши выполнены из полиуретановой пены. Сверху плотный и устойчивый к повреждениям материал ПВХ. Основание из нержавеющей стали. Мощные пружины, которые служат для имитации реального действия противника и обеспечивают большую амплитуду движения груши. Модель с вертушкой делает тренировку похожей на реальный спарринг. Можно наносить удары и уворачиваться от них. Упражнения максимально приближены к настоящему поединку. Одно из преимуществ такого оборудования – его мобильность. Монтаж не требуется. Основание стоек наполняется водой либо песком для лучшей устойчивости. На основании некоторых моделей закреплены присоски для лучшей фиксации к полу. Скоростные стойки подходят даже для квартир. Такой снаряд не требует много места.